Интересно, он будет бесплатный? Да. Нормально? Нормально? Это нормально. Объезд по району Рослякова начинается в 4-й школе на улице Молодежной. Здесь в рамках проекта «Арктическая школа» был отремонтирован спортзал. На эти работы областные власти выделили 5 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году во всех помещениях были установлены пластиковые окна. А совсем скоро здесь появится спортивная площадка. У нас готовится сейчас музей. Это будет центр детских инициатив, где дети будут заниматься самоуправлением. Здесь там очень много направлений будет. Но самое главное – это сам музей школьный, чтобы показать детям, как школа развивалась, как это было в советское время. Следующая на очереди – 3-я школа. К слову, тоже победитель проекта «Арктическая школа». Этим летом тут ведутся работы по обновлению столовой. Закончить их обещают к середине лета. До этого уже были сделаны ремонты в гардеробе, спортивном зале, кабинете химии и физики. В ходе прямой линии педагог учреждения попросил губернатора помочь в создании детской площадки для групп продленного дня. На производство не пойдешь. На производство? Я поработал уже. Не мог Андрей Чибис не посетить единственное в районе профессиональное образовательное учреждение – Мурманский индустриальный колледж. С 2019 года здесь активно обновляют образовательные площади. В учебном корпусе появились современные мастерские. Установлено отечественное оборудование. А благодаря соглашению, которое было подписано на Петербургском экономическом форуме, здесь появится уникальная для региона лаборатория для диагностики металла. Благодаря этому ребята, которые учатся в МИКе, смогут работать на областных судоремонтных предприятиях. А вот детскими площадками в Рослякова губернатор остался недоволен. По его словам, если некоторые из них были сделаны качественно, другие требуют значительных доработок. Вот мы выделяем деньги, да, для благоустройства. Вот есть объекты, которые стоят еще то, что мы сделали там с 2019 года. Вот и дети играют, и все надежно, качественно. А есть объекты, которые вот сколько все, июль скоро уже. Вот с прошлого года никак не доделал. А мало того, что не доделал эти детские площадки, еще и пешеходной связи нет. Ну, вопрос. Ну, вот мы деньги даем. Ну, можно же внимательно к этому отнестись. Последней точкой, которую посетил губернатор, стал 46-й детский сад. Там он пообщался с жителями. Как отметил Андрей Чибис, за несколько лет район сильно преобразился. Однако работы в нем предстоит еще много. Данил Скуратов, Даниил Пугачев, ТВ 21+.